Приветствую всех автолюбителей. Мы находимся в Уфе, в салоне Forward Auto на проспекте Салават Юлаева. Машина в 21 веке стала современным гаджетом, и разбираться во всех моделях довольно сложно. Рядом со мной Михаил Савельев, управляющий автосалоном. И сегодня он нам расскажет все, что нужно знать о Cherry Tiggo 8 Pro Max New. У этого автомобиля уже проглядываются фирменные черты. Кристаллическая решетка радиатора, логотип фирмы Cherry, который начал светиться. Оптика полностью диодная. Диодная адаптивная линза, активные поворотники, динамические. Дальше перейдем к сердцу этого автомобиля, к мотору. Двухлитровый турбированный мотор, чугунный блок и цепной привод газораспределительного механизма. Если вкратце, капот этот вам нужно будет открывать для того, чтобы только лишь залить омывающую жидкость. Для данной модели это новый цвет салона. Из новинок именно для этого автомобиля, для пассажира у нас появилась атаманка. И также добавился массаж, чего раньше в этой модели не было. Компания Cherry позиционирует себя как максимально семейный, безопасный автомобиль, поэтому задний ряд максимально просторный. Также здесь есть подогрев задних сидений, есть дефлектора обдува и максимально удобный подлокотник с подстаканниками. Плюс ко всему этому задний ряд вы можете двигать максимально удобные подголовники. На обновленной версии Tiggo 8 Pro Max полностью поменялся задний фонарь. Он сейчас соединен посередине и подсвечивается. Очень красиво смотрится. Автозапуск уже встроен в ключ. И также своим автомобилем можно будет управлять телефоном. Это все идет в комплектации данного автомобиля. Сейчас мы садимся в теплую машину. Все верно. Этот мощный мотор и полный привод, это, конечно, просто замечательно. Действительно, очень комфортно она себя ведет, в особенности вот по этой снежной каше. Очень круто держит дорогу, проекция на лобовое стекло. Кто с ней хоть раз поездил, понимает, что эта вещь просто незаменимая. Привет, Cherry. Хай. Открой панораму. При включении поворотника влево или вправо включается камера, соответственно, левая либо правая. Здесь ионизация воздуха есть. Остекление у этого автомобиля двойное. Во-первых, это и про теплоизоляцию автомобиля, а второе – это про шумоизоляцию. Тимур, ну что, маршрут из Рая я вам показал, поэтому давайте поменяемся. Включаем обогрев руля, смотрим на штатную навигацию. Здесь, конечно, сегодня движение тоже такое насыщенное. Тормоза плавные. Да, давайте посмотрим, какие здесь у нас есть режимы. Ну-ка, послушаем. Включен спортивный режим. Еще включен что-то. Зимний режим. Зимний режим. Отлично. Это то, что нам сейчас нужно. У нас, честно, не было такого плана, но так получилось. Сегодня, во время зимних условий, при обильном снегопаде, мы протестировали по полной Cherry Tiggo 8 Pro Max New и можем сказать уже уверенно, что благодаря зимним опциям, во-первых, было тепло и комфортно, а полный привод помог с уверенностью двигаться, хорошо себя чувствовать во время довольно суровых дорожных условий. Поэтому ждем всех в нашем дилерском центре для того, чтобы познакомиться с этой новинкой, протестировать ее и также угоститься вкусным чаем и кофе. И согреться. И согреться, да. Сейчас это особенно актуально.